Всем снова здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем гнев. Значит, я побегал еще по паре локаций. И у нас вот такая инфа сейчас, на данный момент. Кристальные дюны, были найдены все секреты, это самый первый уровень. Там еще оказывается на дне расщелины возле телепорта, который, ну, не телепорта, возле энерговрат, через который можно летать. Там в воде, оказывается, еще целый проход был. И еще там можно было кристаллизатор получить, в самом первом уровне, в самом начальном. Ну, нашел секрет, ладно, собрал кристаллизаторские патроны там, темную броню, что-то еще там. Дальше, норы, опять же, предыдущий уровень, вот который был. Все секреты найдены, но враги убиты не все. А еще я так и не нашел тут сундук с ключом, я не стал его заново искать. Если что, можно будет вернуться. Теневой пантеон, также остался один ненайденный секрет, ну и сумрачные алтари, там было 3 из 3, но здесь еще остались кристаллизаторные патроны, я помню, где они остались. Там, где нужно было призрачный мост многоэтажный включать и быстро по нему пробегать в начале уровня, там за стенкой были еще кристальные патроны. Все, нам остался последний уровень, последняя локация. Ружье полное, тут еще патроны есть на ружье. Так что можно будет еще кое-какие запасы пособирать. Сторожевые башни. О, пистолетные патроны. Вот этого мне надо было. А тут и дробовые лежат. И сохранка есть. Бронежилет. Но это еще не босс. Здесь у нас пятая реликвия. А вот босс будет уже открываться, как и в прошлый раз, в том месте, где мы реликвии ставили. Но тут ничего нет. Ё-моё. Как хорошо, что я ее ушатал. О, библиотека. А тут ничего, так тоже симпатично. Да блин, лезут и лезут, не дают посмотреть. Дробовые. Ух ты. Металла добавили в музычку. Чего очень не хватало. Да, симпатично тут очень. Сука, вылетел, блин. Ой. А мы типа в космосе. Блин, опять прыгать придется. Это можно как-то с этой стороны сюда перепрыгнуть, взять сохранку. Есть хилки. Вроде все горшки побил. Нет, ну я это перепрыгну, как бы проблем-то нет. А, ну да. Короче, придется прямо тут сохранку тратить, потому что, блин, тут весь уровень опять дырявый.
Да ну не. Сука, этого ублюдка нужно как-то уработать и уработать быстро. Есть мысль просто обратно перепрыгнуть нафиг. Ах, нихуя. Нихуя. Вот это подъебка. Фу, бля. Реакция спасла. Ну теперь отсюда, блин. Можно их нормально пострелять хоть. Козел. А тут, кстати, еще за углом секрет был. С той стороны, если прыгать вот с этой. Бля, нихера себе они меня тут приняли. Тут был ключ. Уж, бля, опять дыра, чуть не упал. Да ну нахер. Сколько тут дыр этих, блядь, тут все в дырах. Отойти некуда особо. Ё-моё, хорошо, что я надраконился прыгать на этом клинке более-менее. Вот так идешь, идешь, и не знаешь, что тут оказывается дыра под ногами. Писец вообще. Чё тут опять надо так же делать, да? Нихера, блядь, нихера, блядь. Я уже нахер готов. Это, блин, приходится прыжок вперед, два назад делать. Мразь. Я его сейчас, блядь, отоварю. На. На, блядь. Говнюк. Полоумели вообще, блин. Чудовище. А, ну это за сохранкой идти. Это вот сюда. Итого 6 сохранок. Думаю, не зря. Сука. Как они заебали по темным углам сидеть. А, вон ты где. Хавай, блин. Ладно, пока живем каким-то хреном. Но эти говнари мне все-таки, блин, попортили черную броню. Точнее, темную. Ну ладно. Я, в общем-то, для этого ее и собирал, чтобы она тратилась. Так, чего у нас есть вообще по припасам? Надо, блин, попользоваться, наверное, еще флакон кому-нибудь закинуть. Погодите. Сначала наверх.
А, все? Молодец. Ага. Я же не посмотрел, кстати, сколько тут врагов. А врагов тут 604, блин. Ну, секретов мало. Тут что-то прям это. Как город физиков, ядерщиков каких-то. Тут какое-то деление Солнца показано. Может, потому что они Солнце поделили, поэтому у них такая херня началась. Так, ну это башня наверх. Но там еще был ход вниз. Вот здесь. А, ну это броня. Да, тут мы были. Хорошо. Кристаллизатор я так и не использовал пока что. Ну да, тут придется сейчас оббегать. Ну теперь наверх. Путь один. Это вот сюда и вот сюда. Ну блин, я еще раз сохранюсь. Тут место такое, где сейчас будут обстреливать со всех щелей. А, так это планетарий. Круто. Боеприпас на рельсу. Ой, там Месилова прет. Они что, друг друга ушатали? Ха, класс. Кислотник и лавовый ушатали друг дружку. Ну да, не без этих же. Они же, блядь, в библиотеке сидят, книги читают, наверное, да? Заебали уже эти орущие, визжащие мрази. Ты чё посуду бьёшь, придурок, блин? А вот, собственно, насчёт почитать. Последний свет. Сейчас почитаем. Наверное, прямо тут, потому что сейчас опять понапоявляются. Итак, арсенал. Ну, кристаллизатор мы видели. Бестиарий. Вроде бы ничего нового. Почему-то нету вот этого зеленого. Два раза мы его уже убивали, а его нету. Который зеленые летающие мозги. Да я хрен его знает, но нету его и все. Ладно, заметки, последний свет. Упала тень, звезды тускнеют, а луны скрывают свои лица. Этим утром я начертил руны и сверился с зодиаком. Я посмотрел сквозь линзы и в последний раз замерил лунный свет. Темнота. Будущее не разглядеть.
Большая модель безмолвствует и больше никогда не придет в движение. Если вы читаете это, не сочтите наше устремление блажью. Мы лишь хотели заглянуть дальше и узнать больше. Пусть останется немного мудрости после гибели этого мира. Понятно, это погибающий мир, точнее погибший уже. И скорее всего жили в нем вот эти вот четырехглазые. Прямо в космосе жили, на астероиде. Какое место, блин. Интересное. Не, тут надо сохраняться. И думать, чтобы потратить. Шоковую волну можно потратить. Мясо в стенах позастревали. Хорошо, клыки есть. Тут может быть секрет где-то внизу. Клыкомет полный. А больше здесь... Вот патроны. Больше здесь ничего нет. Яйцо. Там что-то мелькнуло или мне показалось за колонной. Блять, тут сейчас что-то мелькнет, чувствую, меня отмудохают. Ладно. Анимусы всякие. Блин, ну придется. А, кстати, флаконом ярости можно их поразвалить, если что. Так, невидимки. На, бля. На, бля. Хорошо. Живем. Мне не показалось. Там невидимка мелькнул. Ну давай. Давай, давай, беги. А чё он не бежит? Прибежал. Если тут есть анимус, то здесь кто-то будет. Может быть, а может и нет. Тут в этой игре вообще непонятно, когда есть засада, когда ее нет. Револьверные патроны, тут есть лифт на второй этаж и есть пещеры. Осмотримся пока тут. Ох, блядь. Ага. Дурак, что ли, блин? А ну-ка. А, ну ты ж тупой, да, я забыл.
Сильный, но тупой. Нихера себе, он колонну снес. Дурачок. Ну ладно, сохранка. Ну, в принципе, тут мы были, а вот тут уже нет. Я вот и думаю, стоило ли пойти в пещеры. О, сундук. Отлично. Ну ладно, маленькая хилка, маленькая бронька. Это планетарий. Красиво. Покушал своего лекарства, блин. Ну, тут... А, это планетарий опустить можно. Скорее всего. Но прежде чем это нажимать... Собственно... Лучше сделать вот так. Круговерть миров. Запустите модель в сторожевых башнях. Круто. А, и все. Оно покрутилось, то есть, и сдулось. Тут есть усилитель. А? Что-то щелкнуло. Как будто что-то открылось. Может, это эта хрень дощелкала. Угу. Угу. Ну, иди сюда. Где ты есть? Или они внизу? А, так это скорее всего эти, блин, пещерные переходы, про которые я подумал. С первого этажа. Да, вон они. Хорошо-то как. А где они? А где это вы? Сволочь. Вот же ж гаденыша. Нет, это, кстати, не они, не переходы. Так, там пустота. И вроде бы секретов нет. Ну это лифт наверх обратно подниматься. И тут вроде бы тоже секретов нет. Ладно. О! Тут есть хилка еще одна. А тут... А тут какое-то место, блин, непонятное. Наверное, просто так.
Угу. А это выключатель солнца на ночь, короче. По часам смотрят, все, пора спать. Хуяк, солнце выключили. Тоже идея. Ну вот и все. Опять, да? Опять кристаллизатор полный. Ладно. Можно кого-нибудь покристаллизировать будет. Вообще, пока по атмосфере, это, наверное, самый интересный уровень во всем эпизоде. Тут явно обитали какие-то ученые или, как это, звездочеты, которые на небо смотрели и пытались разгадать тайны звезд. Мне нравится такое дело. Ну, посмотрим, что дальше. О, нам в главный этот планетарий или что это, как оно там? Ё-моё! А тут внизу воды нет, как в прошлом уровне. Тут если упадешь, то все. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Попёрли-то, блин. Сука. Тут может быть что-то под мостом. Вполне. Есть еще две печати откровения на тот случай, если захочется прям найти секреты, во-первых, а во-вторых, пополнить запасы. Бля. Тут надо быть аккуратным. Да сука. Такие мелкие, а так гадят больно. Но тут непонятно, есть там что-то или нет, блин. Надо будет смотреть с помощью этого глаза. Это с той стороны выход сюда, скорее всего. Пулемет полный. Дробовик тоже. Ага.
Так, ну хорошо. Тут хилка еще есть. Блин. Не, секрета тут явно надо искать отдельно. А хилка, блин, есть, а я ее не взял. Все, теперь надо идти куда? Сюда. Угу. Что-то вроде врагов так дофига в уровне, а при этом плотность их какая-то небольшая. Зря я это сказал. Надо пулеметить. .142. Здесь патроны еще вот были. Дробовик все еще полный. Да блин, город на астероиде, елки. Без скафандров. Как они тут жили? Я не удивлюсь, если можно вот на этот выступ запрыгнуть, а потом куда-то туда за стеной найти секрет. Вот вообще не удивлюсь. Подобных мест хватает в играх. А, ну вот. Вот мы открыли срезку. Бля, нихера, нихера. Так, сейчас надо подниматься опять на этой штуке. Ну и чё, она будет подниматься вверх? Она только что поднималась, бля. А, блин, вот это поднималось. То поднималось, блин. Тут целый пол поднимается. Ага. Это переход. А-а-а. Ну мы тут были, но можно пропрыгнуть вот сюда. А здесь есть... Опа, барьер. Сфера отражения. Ну, блин. Вроде больше никуда не попасть. Ладно, пособираем мелочи, какие тут остались. Да, еще я вернулся к этим пещерам. А это не пещеры вовсе. А нет, это пещера. Причем пещера круговая. Ну, я все пособирал, в принципе, можно возвращаться. Ну все, поднялись обратно. Тут можно перепрыгнуть на ту сторону. А больше и некуда, мы тут везде были. Сохранка. Куча зомбятина.
Еще дробовых. Странное место такое. Понял. Так как у нас есть вот эта штука. Надо всех их просто в мясо перемолоть, да и все. Где? Ну вот и все. Быстрое наведение порядка. Все, тут все собрано было, да? Все было собрано. Тут есть ход вниз, а наверху там... А тут, в общем-то, то же самое. Это сюда же. Понял. Пулемет. И кристаллизатор. Еще вот есть... Красная дверь. И очень много пулеметных патронов. И сохранка. Я не сомневался. Пока усилитель действовал, немножко быстренько всех почистили так. Какое место опасное. Че, опять полный? Да ну нафиг. Плазму бы набрать, было бы хорошо. Но если тут закрыто, то только сюда. А вон и ключ. Ёлки-палки. Так мы по этим островам скачем, которые были там. Ну, там, в этих сумеречных пустошах. Короче, в хабе. Их видно, эти острова. Их было видно вот от этого. Блин. От самого места, где мы в телепорт зашли, в этот уровень. Так, что можно использовать тут? Анимус. Ну ладно, пускай анимус пока стоит. Патроны полные, хилок не хватает. Но тут есть сохранка. Сейчас посмотрим, тут ничего нету пока. Ох, бля. Блин, как же это неудобно, когда деваться некуда. И появляются вот такие твари, телепортируются. Блин, патроны на пулемет. Вот теперь они нужны.
Все, сходил, собрал из тех, которые оставались. Ну все, давайте пока тут закончим, видимо, и так уже достаточно времени прошло, нам тут еще бегать и бегать, я так чувствую. А всем спасибо за внимание, с вами был Техномакс, это был Рафаэл Нуфруин, и всем до новых встреч, всем пока.